В городских лесах Сургута усилен патруль. Дежурные лесопаркового хозяйства ежедневно, в том числе и в праздничные дни, обследуют около 4500 гектаров территории, куда чаще всего сургутяне отправляются отдыхать, а также так называемые места массового скопления. Чтобы предотвратить возгорание, в городских лесах положили минерализированные полосы. Их ширина от 3 до 6 метров. Ранцевые огнетушители, лопаты, ведра – все это есть в арсенале у дежурных с собой. Усиленный патруль начинается в мае и закончится лишь в сентябре. Специалисты фиксировали на территории возгорания сухой травы и подстилки. Основная причина пожаров – отдыхающие и мусор, который они после себя оставляют. Но крупных возгораний за последние 3 года удалось избежать. В начале пожароопасного сезона на территории города осуществляют свою работу несколько групп. Это маневренные группы и патрульно-контрольные группы. Задача маневренных групп – это ежедневный объезд по специальным графикам территории города, территории городских лесов с целью выявления очагов возгорания. Задачами патрульно-контрольных групп является выявление нарушений гражданами. Сотрудники проезжают все места массового отдыха. Если не затушенные костры, они притушивают, да, ранцевым лесным огнетушителем. А если уже это крупное возгорание, это сообщается в единую диспетчерскую службу. Костры, конечно, у нас каждый день, если у нас хорошая погода, солнечная, много отдыхающих по территории городских лесов, то есть мы ежедневно, то есть, затушиваем костры.